it wasn't that commentary stuff, it's a mug of smoke stuff, Ukrainsky Brazil, and that's the point she scored at. Как, Ну, мы их ждем. Чайник мы уже поставили, нехай приезжают. Сало е. Сало е. Водка е. Огурцы е. Бабы е. Да. Бабы только резиновые. Да. А так пускай приезжают, милости просим. Будем жечь их. Хорошо. А Киви, как тебе сегодня? Да ничего, все нормально, все хорошо. Киви, Team Motorola становится как новые звезды, как Crockett и Tubbs, как коллектив из премьеры, как Miami Vice, как новые джиболы. Как Бонни и Клайд, еще скажите. Как твой новый статус, Киви, как звезда? Да не, нормально все. Че? А ты, Зирочка, ты моя. А Motorola, ты уже давно звезда. Может дать Гиви чуть-чуть совет, как видите, да, как да, звезда? Да, это звезды опытные, неопытные. Не надо бриться. Бриться нельзя, это плохая примета. До конца войны бриться нельзя. И все. А еще он может вот встать вот так, расставить ноги на ширине плеч, руки в сторону, и он станет звездой. А Гиви, как это совет? Да что ты... Что от него можно хорошего ожидать? Он же немножко тронутый уже с этой войной. Террорист. Да, мы же террористы. Что от нас хорошего ожидать? Да нормально все. Спасибо, Грэм. В принципе, все замечательно. Мы готовы ко всему на свете, что произойдет. Даже к укропотянам этим, как называют мой друг Моторола их. И киборгам, гробикам, или как там они себя называют. Мы готовы их встретить достойно и пойти в свое наступление. Не советуем это делать. Если не хотят, они лишь из-за Киева, пускай лучше разворачиваются и уходят домой. Спасибо, Гиви. А как наш киборг сегодняшний день? Киборг? Как наш киборг? А это гробики эти, что ли? Это нормально, все уже померли. Вчера вывезли отсюда 42 человека их. Да. Они попросили коридор, чтобы забрать своих 200. Мы их запустили. Наши глаза наблюдали, что сколько они повезли человек. 42 человека. Убили. Убитых 42 человека. И могу сказать честно, обращение с этими бедными бойцами унизительное и отвращенное, скажем честно. Украина. Единая Украина. Как говорит друг Мадрола, Украина действительно показала в очередной раз свое лицо. Так что такие вот дела. Будем дальше колбасить их. Тушенку пускай закрывают из своих трупиков. На зиму. На шишках долго не протянешь. Спасибо. Гиви, за Гиви Моторола герой это Брюс Уиллис. А кто для тебя как герой? Герой? Да. Это актёр. Мои люди. Актёр. Люди актёр. Гиви. Вот там, которые сидят на передовой, это вот они настоящие герои. Актёр, да. Тебя спрашивают. Герой, это понятно, что наши люди, даже не спаривается. А актёр? Кто тебе нравится больше? Дензел Вашингтон. Хорошо. Ну, Моторола, когда будет муви? Ну, как Гиви Моторола муви? Кто будет V играет как актуа? Кто из нас двоих будет? Кто будет Motorola в movie? Give me Motorola фильм. Я не уверен, что такой фильм будет. Не дай бог. А кто будет Гиви? Гиви какой-то качество. Могу сказать, как это Джордж Клуни Гиви? Да, пойдет. Джордж Клуни пойдет. Да не, Бать, как там идет? Нью-Йорк Таймс сказала, да, это мне. Ага. Похоже на Сильвестра Сталлоне молодости. Да, как это вымочило. А ты Сильвестр Сталлоне, а кто будет играть Моторола? Моторолу? Какой-то карлик бородатый. Нет, Дэвид Стэтхэм. Дэвид Стэтхэм его сыграл бы великолепно, да. Хорошо, Джейсон Стэтхэм. А Моторола, кто будет играть украинские войска? Украинские войска? Поляки. Какие-нибудь поляки, вот какие у них есть актеры, о которых мы не знаем, вот и они их будут. Порнозвезды. Польские порнозвезды. Бисексуалы, звезды. Да. Хорошо, сколько звонка? Нисколько. Честно тебе. Никто не звонит. Никто меня не любит, никого не нравится. Там я иду. А последний вид, а кто Гиви Моторола? Кто они? Это Сталлоне, Шварценеггер, Старски, Хатч? Кто Крокетти Тубс? Шушу! Еще раз по-русски, пожалуйста! Сталлоне, Шварценеггер, Старски, Хатч? Гиви, это просто грузинский хатч. Грузинский хатч. Понятно. Вы не зря покажите.